Всем здравствуйте! Сегодня будем делать творожную вкуснятину. Я уверен, она всем понравится. Для начала возьмем творог, где-то 400 грамм. Далее берем и разбиваем 3 яйца. Далее добавляем ванильный сахар. Затем добавляем 3 столовые ложки сметаны. Затем добавляем 100 грамм сахара. Далее добавляем 2 столовые ложки муки. Сделаем основу. Для этого берем 250 грамм муки. Затем берем где-то 50 грамм какао. Берем 180 грамм сливочного масла. Далее насыпаем 100 грамм сахара. А затем просто жмякаем. После этого берем какую-нибудь форму для запекания. И потом просто берем, и которая у нас получилась крошка, насыпаем ее сюда. Далее берем вот эту всю нашу массу. Далее берем и кладем вот это вот творожное чудо в духовку. И закрываем. Получилось очень вкусное суфле. Творожное чудо. Вот такое получилось чудо. Творожная вкуснятина.